Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. В студии с вестями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. И вот некоторые темы. По итогам уходящего года в республике рекордный объем ввода нового жилья в эксплуатацию. Бюджет региональной столицы на грядущий год будет социально ориентированным и стабильным. Центр управления регионом Карачаево-Черкесии в числе топ-субъектов России по обработке обращений. И на Донбасс отправился очередной гуманитарный груз от республики. Свыше 30 тонн продовольствия. Далее подробно об этих и других темах. Вице-премьер республики Ирина Гербекова и министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов провели выездное совещание в станице Исправная Зеленчукского района, куда они выехали по поручению главы региона Рашида Тимрезова, данного им в ходе прямого эфира 14 декабря. Напомним, тогда к руководителю Карачаево-Черкесии обратилась жительница станицы Татьяна Орлова с просьбой не закрывать дневной стационар в Исправной. Члены правительства разъяснили жителям станицы, что речи о закрытии лечебного учреждения нет. Исправнинская участковая больница и дальше будет бесперебойно функционировать и работать в составе Зеленчукской центральной районной больницы. С января следующего года в медучреждение заступает новый врач. На данный момент с целью обеспечения медицинским обслуживанием жителей Исправной за участковой больницей закреплены специалисты из района. В рамках рабочей поездки члены правительства также посетили ФАП в хуторе Флоровском, где в 2023 году планируется строительство нового здания фельдшерского пункта взамен существующего. Министерство труда и социального развития республики прокомментировало обращение многодетной мамы из Усть-Джигутинского района, которая попросила главу региона Рашида Тимрезова в ходе его традиционного общения с земляками в прямом эфире республиканских телеканалов установить фиксированную дату ежемесячных детских выплат. Информацию комментирует руководитель ведомства Руслан Шаков. В соответствии с поручением главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисовича Тимрезова, все выплаты осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами в течение месяца без задержек и задолженности. Я хотел бы довести до всех мамочек, ни в одном субъекте на сегодняшний день фиксированной даты назначения выплат нет. Специально я сегодня еще раз, очередной раз обратился к своим коллегам-министрам соседних субъектов, к министру Республики Адыгея, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Они тоже подтвердили, что, к сожалению, несмотря на многочисленные обращения, установить одну дату назначения и осуществления выплат не получается. К примеру, Адыгея платит к 25 числу, Осетия к 22-му, Кабардино-Балкарская республика с 10 числа текущего месяца до последнего дня месяца. Что касается текущей выплаты за декабрь, я хотел бы успокоить всех мамочек. Вся необходимая работа в настоящее время ведется. Мы считаем, что до конца недели все получатели, все семьи с детьми получат оставшиеся выплаты. На состоявшейся встрече министра сельского хозяйства Республики Анзора Баташева с животноводами Карачаево-Черкесии рассмотрены вопросы реализации баранины. Соответствующее поручение дал руководитель региона в ходе последнего прямого эфира. Для оперативного и эффективного решения вопроса в совещании также приняли участие заместители генерального директора по административным вопросам группы компании «Домате» Харун Гидеев, заместитель начальника Республиканского управления ветеринарии Асхат Далаев, директор Карачаево-Черкесского центра развития бизнеса дополнительного офиса Россельхозбанка Елена Шарам и представители племенных заводов региона. Представитель «Домате» рассказал о порядке реализации продукции на заводе и предложил фермерам провести экскурсию по заводу.
Депутаты городской думы на состоявшемся итоговом заседании приняли бюджет республиканской столицы на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Он остается социально ориентированным, стабильным. Около 80% всех расходов планируется направить именно на социальную сферу. В полном объеме были учтены расходные обязательства по оплате труда, компенсации с учетом индексации на прогнозный уровень инфляции в 2023 году, выполнение всех социальных обязательств перед жителями города. Об этом сообщил мэр Черкесска Алексей Баскаев. На условиях этой санкционной политики в отношении нашего государства, тех условий, в которых мы все оказались, несмотря на эти сложности, мы продолжаем реализовывать все наши планы, все наши задачи. Я могу сказать, что ни один проект, ни одна задача не отменена. То есть мы продолжаем активно двигаться вперед, улучшать наш город, заниматься его благоустройством и развитием. Поэтому уверен, что мы эти планы продолжим. У нас большие планы на будущее, и на будущий год, и на ближайший год. Сегодня мы приняли важный документ, это бюджет города. Вы все увидели, что он у нас стабильный, сбалансированный. Все социальные обязательства город выполняет в полном объеме. Поэтому мы смотрим будущее с оптимизмом. И я уверен, у нас все получится. В преддверии Нового года хочу поблагодарить вас за работу и пожелать мира, добра, благополучия каждому дому, каждой семье. С Новым годом наступающим! Всем удачи и спасибо еще раз за работу. В Макеевку, второй по величине город ДНР, отправился очередной гуманитарный груз от Карачая-Черкесии. Это свыше 30 тонн продовольствия, воды и новогодних елок. Основу груза составили сладкие детские новогодние подарки для малышей Донбасса, свыше 3300 наборов, живые новогодние елки для создания атмосферы приближающегося праздника, а также питьевая вода и продовольственные наборы, состоящие из круп, масла, сахара, консервов, муки, макарон и, конечно, сладостей. Подарки от Карачая-Черкесии уже прибыли в место назначения. В Карачая-Черкесии зафиксирован рекордный для республики объем нового жилья в эксплуатацию. В рамках реализации оригинального проекта «Жилье» в июне этого года показатель ввода жилья для нашей республики Минстроем России был установлен на уровне не ниже фактического ввода 2021 года и составил более 236 тысяч квадратных метров. По состоянию на 1 декабря введено в эксплуатацию свыше 299 тысяч квадратных метров. Из них 9 многоквартирных домов общей площадью более 59 тысяч квадратных метров, 1315 индивидуального жилищного строительства площадью 240 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в текущем году начато строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство 170 объектов. За последние 10 лет в Карачая-Черкесии проведена газификация в 40 населенных пунктах республики, что вдвое превышает показатели аналогичного периода предыдущих лет. Для этого в регионе было построено более 226 километров газопроводов. Первичный пуск газа был осуществлен в 9 населенных пунктах Урупского, Зеленчукского и Карачаевского районов. 100% завершить газификацию в республике планируется до 2025 года. Сегодня уровень газификации Карачая-Черкесии составляет более 83%. В текущем году капитальный ремонт проведен в 15 отделениях Почты России, расположенных в Хурзуке, Старокувинске, Красном Востоке, Псаучедахе, Эльбургане, Нижней Тиберде, Октябрьском, Майском, Курджиново, Джаге, Садовом, Счастливом, Николаевском, Римгорском и Красном Кургане. Модернизация включала в себя ремонт фасада, замену кровли и окон, инженерных систем, установку новой мебели и оборудования и многое другое. Дизайн этих небольших сельских отделений теперь полностью соответствует единому корпоративному стилю компании. Кроме того, здания стали доступны для маломобильных граждан за счет пандусов, широких дверных проемов и кнопок вызова персонала. В республике всего 149 таких отделений, из них 116 являются сельскими, где почта – одна из основных сервисных точек. Развитие Почты России и ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единая Россия», которая продолжит свою реализацию и в следующем году.
Центр управления регионом Карачаево-Черкесии вошел в топ субъектов России по обработке обращений. В ноябре этого года ЦУР республики достиг 100% показателей по доле обращений граждан, обработав более 700 заявок. Всего в ноябре было обработано 707 заявок. Системная работа в данном направлении ведется очень скрупулезно, рассказал старший специалист по социальным коммуникациям центра Альберт Чамаев. Он отметил, что ЦУР находится в постоянном контакте со специалистами органов власти, и благодаря их внимательному отношению к каждому вопросу удается достичь хорошего результата. Наиболее часто затрагиваемыми темами являются вопросы относительно социального обслуживания и защиты и вопросы об условиях и порядке оформления единого государственного пособия на ребенка со следующего года. Черкесский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 4 граждан, двое из которых являются иностранными. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими частями 2 статей Уголовного кодекса. Информацию прокомментировала помощник прокурора Карачаево-Черкесии по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Они признаны виновными в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководство и участие в структурном подразделении преступного сообщества, а также частью 4 статьи 228 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в крупном размере. В суде установлено, что обвиняемые в период с августа 2020 года по февраль 2021 года, действуя в составе преступного сообщества, выполняя роли руководителей курьеров-закладчиков, осуществляли незаконный сбыт героина дистанционным способом с использованием сети интернет. Наркотики они получали в Московской области и в Республике Северная Осетия и размещали тайники-закладки с наркотическим средством на территориях Карачаево-Черкесии, Московской области, Северной Осетии и в других регионах Российской Федерации. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из преступного оборота было изъято наркотическое средство героин. Суд приговорил обвиняемых к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также двух курьеров-закладчиц к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Региональный центр «Мой бизнес» запускает благотворительную акцию под хештегом «Мой бизнес помогает», приуроченную к Новому году. Предприниматели и все желающие могут присоединиться к доброй инициативе и оказать благотворительную помощь нуждающимся. Желающие внести лепту в мероприятие могут принести одежду, а также не скоро портящиеся продукты и разные товары народного потребления в пункт сбора, а в офисе центра «Мой бизнес» Черкеска по Ленина 53 с 9 до 18 часов. Горнолыжный курорт «Домбай» готов встречать гостей на своих неповторимых склонах. В новом сезоне на курорте для отдыхающих будут работать 8 канатных дорог. Для гостей подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности, широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов и экстремалов. Ну и последняя информация. Концерт, покоривший кремлевскую сцену, повторится в Карачаево-Черкесии. 23 декабря в 18 часов в Государственной филармонии выступят Марьяна Алботова, Таулан Батчаев, Ачар Меримкулов, Фатима Агирбова, Ирамина Китаева, Артем Разин, Ярослав Щекланов, Айна Черкесова, Айка, ансамбль «Казачья воля» и театр танца Госфилармонии. Все вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку военнослужащих из Карачаево-Черкесии, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. В горах местами минус 1, плюс 4 и выше 2500 метров сохраняется лавиноопасность.
Утром на дорогах республики местами гололедица, в Черкесске без осадков, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 8 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события республики. Новостной блок провела Рита Нирова.